В Норильске продолжается строительство самой глубокой шахты в Евразии. Подземные горизонты рудника «Скалистый», именно так называется это горно-рудное предприятие, будут располагаться на отметке минус 2050 метров. На этот горизонт шахтостроители выйдут к концу следующего года, а пока на предприятии идет монтаж современных подъемных механизмов. Репортаж Михаила Чечелева. Рудник «Скалистый» – самый молодой и самый перспективный горный передел Норильска. Его строительство в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы региона. Одна из ключевых задач, которую предстоит решить шахтостроителям в ближайшее время – монтаж скиповой и клетевой подъемных установок. Первая используется как грузовой лифт, вторая – как пассажирский. Установки имеют весьма внушительные для Норильской производственной площадки технические характеристики. У клетевой немножко поменьше технических характеристик, но ее назначение – спуск людей. У нее скорость до 12 метров в секунду и грузоподъемность до 30 тонн. То есть она либо может спускать 80 человек, либо 20 тонн груза. Скиповая подъемная машина будет оснащена самой мощной на территории Норильска энергоустановкой. Со скоростью до 14 метров в секунду она будет поднимать на поверхность специальные емкости скипы объемом 11 кубических метров. Плановая годовая производительность скиповой подъемной машины составляет до 1,5 миллионов тонн руды. Масса скиповой подъемной машины в сборе составляет порядка 500 тонн. Вот прямо сейчас идет выгрузка одной из самых тяжеловесных частей – вала скиповой машины. Его масса составляет 90 тонн. Это примерно как 12 большегрузных самосвалов. При монтаже таких тяжеловесных частей, как вал скиповой машины, применяется инновационная для Норильска гидравлическая лифт-система. Ее предназначение – монтаж промышленных крупногабаритных конструкций. Сама лифт-система управляется радиоуправлением, может поднимать груз на высоту 8 метров. В самой верхней точке он несет груз 180-160 тонн, а в самой нижней точке, первая ступень, может поднимать груз 360 тонн. Все технические решения, применяемые на руднике «Скалистый», в практике горно-рудной промышленности являются уникальными и не имеют аналогов ни в России, ни в Евразии. В настоящее время глубина ствола составляет минус 1785 метров. Однако впереди предстоит большой объем работы. Согласно графику строительства, проектной глубины 2050 метров шахтостроители достигнут в конце следующего года. Михаил Чечелев, Сергей Карпов, «Вести Норильск». В Норильске появится электронный звонарь. В ближайшее время на церковной звоннице кафедрального собора всех скорбящих радость заменят весь ряд колоколов. Самый тяжелый 450-килограммовый благовест уже занял свое место. Все церковные инструменты доставлены с московского завода и подобраны по гармоничному звону. Специально для Норильска колокольный ансамбль составили специалисты Международного центра колокольного искусства. Именно эта организация разработала программу «Электронный звонарь», которая будет установлена на звоннице собора.